Зачем нужно ходить в детский сад? Чтобы играть, чтобы ходить в бассейн. Потому что там много игрушек и много деток, чтобы гулять. Чем вы занимаетесь на прогулке? Мы копаем лопатками снег. Лепим снеговика. С горки катаемся. Осенью собираем букет для мамочки. Лопаты, роем яму. Там еще делаем куличики. Собиваем листья разноцветные, чтобы посадить их в землю. Голосочек домой. Зачем нужны воспитатели? Чтобы они нас воспитали. Чтобы охраняли. Чтоб помогали, если что-то не получится. Хорошие. Хорошие, красивые, добрые. Они дают очень хорошие примеры. Кладут нас спать. Кашу накладывает. Они включают музыку, песни, мультики. Они с нами играют. Игрушки. Игрушки. Конструктор. Конструктор. Чем вы занимаетесь в детском саду? Руки моем. Писаем. Занятия ходим. Печеньки по цветам ложили на тарелки. Там цвет синий, красный и желтый. Я рисую, играю. Спектакль был о рукавичке. Там были много зверей. Миска, волк, лягушка, зайчик и мышка. Мы играем в принцесс. Певец. Еще в зубных фей. Мы еще играем в балерин. Я буду готовиться стать коской. И мы будем прыгать через кольцо. Стихи рассказываем. Как дружно в садике живем. Сегодня вам покажем. Бывает. И поссоримся, случается ведь с каждым.